Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного видео. В общем, хочу посмотреть на игрушку Under the Waves в глубинах океана. Повествовательная приключенческая игра о всеполагающей силе горя. События разворачиваются в технофутуристических 70-х годах прошлого века. Пучине Северного моря, где профессиональный водолаз Стэн изо всех сил пытается преодолеть последствия утраты, которая перевернула его жизнь, и принять новое будущее. Изоляция в морских глубинах как нельзя лучше подходит его душевному состоянию. И по мере того, как Стэн все глубже погружается в свое добровольное одиночество, с ним начинают происходить странные вещи глубоко под волнами. Ну и в конце концов ему придется сделать, короче, трудный выбор. Вот, ну не знаю, не играл в эту игру, не смотрел никакие видео по ней, его только что запустил, первый раз немножко подстроил звук. Поехали, новая игра. Так, новая игра, выберите стикер для вашего файла сохранения, этот стикер будет виден на вашем гидрокостюме. Так, блин, что-то мне вот это мне вообще не нравится. Тут тебе сразу говорят, ты умрешь, видишь, ты уже там череп, короче, все. Ладно, давай такой возьмем, да и все. Так, игрушка стоит не на SSD-шке, а на HDD, блин. Поэтому возможны долгие загрузки. У меня SSD, блин, забит. А на втором SSD-шке, где система, там вроде бы место есть, но не хочется захламлять, поэтому. Есть три вида людей: живые, мертвые и те, что плавают по морю. База капсула 12. Капсула 12, прием. Стэн, ты здесь? Что? Кто это? Ага, вот и он. День первый. Ну, если бы я знал, что меня координирует такая важная птица, я бы надел газ. Премного благодарен, самый именитый. Ух ты, очень быстро, короче, субтитры идут. Как дела, старик? Правда, старик, все хорошо. Рад, что ты вернулся. Да уж, ты, наверное, единственный. Да. Давай просто подгоним этот костюм, ладно? Не хочется утонуть в первый же день. Кислород, пломбы зарезервированы специалистами. Ну что ж, отлично. Мое почтение портному. Это не просто обычный костюм. Он битком набит передовыми технологиями. Ага. То есть в нем всегда есть... Так, чего? Успокойся, все будет хорошо. Так, последнее. Проверка микрофона в шлеме. Раз, два, три. Вот и все. Как ты, парень? Готов погрузиться в пучину? Ты понятия не имеешь. Так, погоди. Дай-ка мне параметры, мне не нравится яркость. Не насильно прям ярко. Раз мы в пучине, то как бы там должно быть потемнее. Okay. Так, окей, хорошо. Right. Как на тренировке? Like потихонечку. Nice and easy. That's the spirit. Молодцом. Не забывай следить за кислородом. Старайся не перенапрягать уплотнители. Так, ходите смотреться. Перед тобой должна быть большая дверь, заходи. Это гаражный бункер. На что нажать? Открыть, закрыть. А, на что я должен нажимать?
есть тут у нас управление, блин? Управление. Это что значит? А, блин, подожди. Это вниз, оказывается. Ёпта. Так, найти луну, проникнуть в бункер. Пойдем. Привет, парни. Давненько это было. It's been a while. Ну, блин, по графике вроде, ну так. Хорошо, плюс, зачет. По-моему, знаешь еще что, диалоги громко, блин. Я-то читаю, поэтому... Ну-ка, подожди, звук. Давай мы музыку еще тише сделаем, на десятку. Ладно, на 12. Голос сделаем на полтинничек. Эффекты я бы немножечко убавил тоже. Ладно, вот так. Так, а слева внизу это у меня кислород, да? Ну да. Захожу. Блин, крабики тут такие всякие. Слушай, ну выглядит выглядит прикольно. Это взял металл, кусок металла. Ну я так понимаю, это выживалка. Так, Стэнли Молли. Сообщение Тиму Грэму от отдела кадров. Недавно поданный вами запрос был одобрен. Хотя я так и не понял, зачем вам это понадобилось. Этот парень, Стэн Морей, отныне находится под вашим руководством в должности оператора по обслуживанию морского оборудования. Они, наверное, использовали что-то вроде этого, чтобы спуститься или подняться вниз. Лучше бы ничего не сломать. Это не то, да? Так, а у нас с кислородом понты. Вот быстро двигаться тоже на shift не шифтуем. Так, ну пойдем, нам вот сюда нужно. Здесь темнее, чем снаружи. Что ж, это неправильно. Похоже, что-то перегорели предохранители. Давненько тут никого не было. Подожди минуту. Ты здесь, дружище? Тебе придется подать питание вручную, поэтому отправляйся в помещение с генератором. Вот. У меня всегда... Знаешь, всегда, блин, вот разработчик, который делает игры, вот субтитры, да, туда-сюда, вот он сам пробовал их читать. Мне просто интересно, блядь, у них у чё, у всех настолько такая техника чтения, что они, блядь, так быстро читают или чё? Solid and useful. У нас, сэр, тут какое-то сканирование, блин.
Так, запустить генератор. Это генератор, это ни хера не генератор. Куда нам идти? У нас кислород заканчивается. Так, основной генератор. Вот он, бля. Открыть дверь. Просто вы возьмите сами, почитайте, ну и как бы поймите, вообще для восприятия удобно это или нет, блядь. По-моему, окей, готово. Таня пошла. Просто я говорю, это уже какая-то тенденция, блядь, что титры просто бегут так, что, ну, они лишь бы были, как бы, да, а как-то можно, они, можно их прочитать, нельзя, это уже как бы никого, наверное, не волнует. Главное, что они тут есть. Насколько большое это место? Большое, это центр для загрузки систем на этих участках. Сам гараж выступает еще одной частью объекта. Видишь ту дверь под вентиляторами? Неужели придется плыть к ней? Тебе придется к ней плыть. Сколько воздуха в этом костюме? Так. Блядь, куда ты причалил? Так. Ага, вот сюда нам надо. Зачем он вниз-то, блин, причалил? Как-то быстро. Ну хорошо, я у другой двери. Повиси на линии минутку, как говорят парни из кадров. Появился шанс вынести полезный урок. Если ты уверен. Посмотри туда. Ну да, кислородные баллоны. Pretty impressive stuff, Tim. In suit oxygen resupply. You have no idea how much of a headache those things were to get working. Так, Q мы их используем, да? Или как? Unit Trench are committed to a minimum impact operation. Also, you never know, might come in handy. Так, мне куда? А, найти луну, блин, да. У нас что, тут что-то лежит? Пластик. Мне наверх куда-нибудь. Ну, я имею в виду выйти или что? Нет, что там ни хрена там не видно. Ага. Он когда плывет, он, по-моему, не может взаимодействовать с объектами.
Head on through to the garage. Работа сделана. Следуй к гаражу. Начнется легкая клаустрофобия. Начинается, точнее. Погоди, ты хочешь сказать, что они не поклеили обои? Да, Стэн, это было бы прекрасно. Облака и птички. Успокаивающе. Блин, тут еще всякую чушь говорят. Очень смешно. Разблокировать Луну. А вот она, Луна. Гордость флота. Неужели? Да нет, она рухнет. Ну, для таких, как ты, сойдет. Ну, ты меня успокоил, старичок. Там звездочка какая-то. А, там гаражный бункер. Так, что нам надо сделать? Ну, давай для начала соберем то, что здесь есть. Нафиг мне это не надо. Так, а что значит разблокировать? Там где-то... где-то ящик. Ну, это мне так показывают, по крайней мере. Хотя я не вижу, чтоб он здесь был. Как я должен в нее попасть, кто подскажет? Он где-то сзади. А, не, подожди, это же у нее перед, блин. Где вход, мать вашу? Он не входит в него. Так, что значит вот оно где, да? Добро. Первый замок открыт. Ты же, говорит, уже работал водолазом. Типа знаешь, что надо делать. Count yourself lucky we don't need you down there, lad. I mean it. Так, разблокировали мы Луну. Go ahead and climb on board now. Давай, поднимайся на борт. Ладно, как на тренировке. Главный двигатель включен. Проверить крылья и вертикальный руль. Раскручиваю роторы. Впечатляет. Ха. Не только лишь красивая личика. Представь, что просто плаваешь, но типа быстрее. Все индикаторы в норме. Ну что ж, хорошо. Дверь должна была разблокироваться. Так, Shift Control ускорится, замедлится, да? Опа.
Слушай, а здесь я бы инвентировал бы, блин. А то так не совсем удобно. Ладно. А тут у нас что? Разгон, движение боком. Сменить вид. О, опачки. Слушай, блин, а вот так тоже прикольно. Ну только не посмотреть в бок. Что такое? А, ну да, фатал ерор, блин. Так, крашнулась игра. Не знаю почему. Я перешел, короче, сменить вид, и она крашнулась. Давай еще раз сменим. Вот и она. There she is. Told you it was about the timing. She can be a beauty, that's for sure. All right, quite enough of that. Ладно, хватит об этом. От винта. Необходимо добраться до модуля жизнеобеспечения. Это место, которое ты будешь называть домом. You can use the sonar system to highlight your position. Should make getting lost a little harder. I see it. Heading there now. Так, вон он, модуль жизнеобеспечения. Ну, погнали. Ну, похоже, да, очень на Субнатику, конечно. Я так понимаю, выживалочка у нас будет. Может, с какими-то квестовыми элементами. Я тебе скажу, неплохо сделано, неплохо. That must be the life module. Looks like a lighthouse. On the bottom of the ocean floor. Пока не могу понять, это ускорение постоянно или нет. Ну, видимо, да. Отличный видок. Зачем мне удерживать движение боком? Я и так подберусь. Что значит вот движение боком? Короче, не совсем понятно, ладно. Как к нему пристыковаться? Вниз, да? Так, а я вниз могу уже... А, вон она где стоянка. Тьфу ты, блин. А ты назад не можешь сдать? Я просто видел там антенну, думаю, надо туда. Так, ладно. Что значит движение? А, вот так вот боком. Вверх-вниз. Блин, слушай, ну все, я теперь понял. Надо в зону, короче, попасть четко. Стыковка завершена, направляюсь вовнутрь. Вас понял. Блин, очень близко надо, получается, подходить, иначе... Хотя нет. Там вот сюда, в шлюз. Я в шлюзе. Excellent.
Отлично, снимай костюм, свяжись со мной по рации. Присяду на секундочку. Это все. Эй, не торопись. День был непростым. Да. Спасибо, Тим. Не за что. Увидимся внутри. Что ж, все не так плохо, как я ожидал. На самом деле все хорошо. Уютненько. Так, ответить на звонок. Вызов по радио. Вот тут очень темно. Вроде как. Это кнопка. Эй, Тим. Ну, наконец-то. Окей, теперь самое интересное. Нажми вон ту кнопку на панели. Это выключатель света? Увидишь. Какую, блин, вон ту кнопку? Идентифицирован новый пользователь Стэнли Моррей, рабочий третьего уровня. Добро пожаловать на борт. Стэн, познакомься с Меркурием, новый член семьи. Компьютеры научились разговаривать? Более-менее. Мерк просто продвинутый калькулятор. Не жди от него дебатов о смысле бытия или чего-то подобного. Довольно фешенебельно. Ты того стоишь, Стэн. Все самое лучшее для работников. Почему-то я думаю, что ты шутишь. Ты не обижай меня, дружище. В любом случае, теперь после вашего знакомства у тебя должно быть доступ во все помещения. Все помещения теперь разблокированы. Дам тебе минутку, чтобы познакомиться со всеми имеющимися в твоем распоряжении и удобствами. Между прочим, давно пожаловать. Блин, с одной стороны классно, что так много диалога. Так, кладовая у нас вон там. С другой стороны, вниз это получается, а мы выйдем, да? Это же шлюз. Блин, с другой стороны, играть, читать, порядок, выглядит достаточно просто. Что тут у нас? Кажется каким-то лишним. Так, здесь мы спим. Здесь работаем. О, привет, компьютер. Они действительно не пожалели денег. Тим говорил, что я смогу звонить Эмме отсюда. Так, ладно, ладно, смотрим. Ну, здесь мы отдыхаем, короче, я так понимаю. Это у нас что? Можем взаимодействовать? Похоже, что теперь я за вас в ответе. За кого? За вас? Там рыбок нет. Ну, есть растения, ладно. Пойдем, сходим. Так, а там у нас что? Конечно, не подписано. Там я понимаю, что кладовая, потому что просто есть надпись, что там кладовая. О, местечко вправду уютное. Телевизор и все такое. Телевизор, холодильник, да, все дела. Проклятая штука замерзла. Это может быть проблемой. Так, ну ладно. В
This looks like the storage room. Похоже на кладовую. All right. Понятно. Think everything made it down okay? Thank God. If something had happened to these. Well. Что ж, надо бы развесить их где-нибудь, желательно без сверления отверстий. А что, было задание какое-то посетить кладовую, что ли? Эта штука работает? Так, кто ж его знает, что тут работает, что тут не работает. Я просто, я вниз нажимаю, у меня хаб не в этот не выходит, хат. И поэтому я теперь не знаю, что мне делать. О, да, отлично. Задание. Сфотографировать кожистую черепаху, осьминога, акулу, кита, касатку, синего кита, тюленя, китов, акул, гигантскую акулу. Ну, короче, это фото задание. Вот тут у нас есть плановые, есть основные. И тут больше нифига. Так, здесь у нас что по менюшке? Так, ну это понятно. Выход, телефон, склад. Здесь мы кушаем, тут работаем вроде как. Это наши предметы. А это наши ресурсы. Личные заметки, фауны, потерянные предметы. Это, наверное, что, фотоснимки? Да. Так, ну и... Ну это допы. А где... А где основные там всякие? Нету, что ли, пока? Так, если я ее выбираю... То получается, я даже смогу отслеживать, да? Ее... Если у тебя нет жалоб, оставшаяся часть дня твоя, отдыхай, завтра приступим к работе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Наверное, мне стоит связаться с Эммой. Ну, пойдем. А, вот, видишь, появляется все-таки задание. Ну-ка, стой тогда. Есть основные, да? Да-да-да, и оно сразу переключилось. Хорошо. Звоните мне. Немного сложнее, чем телефон, но думаю, я справлюсь. Привет, это Эмма. Очевидно, меня сейчас нет на месте. Вы знаете, что нужно сделать после сигнала. А, черт. Привет, Эмма. Это Стэн. Я имею в виду, это я. Привет. Погружение прошло нормально. Я знаю, что я не... О чем мы говорили перед тем, как я ушел? Ты сказал, что хочешь побыть одна? И я хотел побыть один, так что да. Теперь я один. Просто Тим снабдил меня телефоном, так что этот номер, который я тебе дал, он сказал, что связь уже налажена. Ну да, это ведь Unit Range. Скучаю по тебе. Скучаю. Знаешь, не буду тебе надоедать. Позвони мне. Окей. You should get to bed. Так, завершить день. Понятно, спим. Quite the view. Big day tomorrow. Завтра большой день. Лучше немного поспать.
Что? Где я? Я был... Что это? Это город, братан, его затопило. Ну это тебе снится нахрен. Что-то не так. Это не... Плыть не может. Нажимаю. А интересно, все водолазы видят такие сны? Просканировать тоже ничего не могу. Что это? Ну, могу только ходить, больше нифига не могу сделать. Вид могу поменять и все. Нет, не сюда. День второй. Штатный режим. Что это было? Первый день здесь, уже кошмары снятся. Так, ну я думаю, вот, один день мы прожили, появились на станции, да, нашли точнее ее, вроде обустроили здесь даже, как радио играет, выключи его нафиг. Большое тебе спасибо, Тим. Ну и на этом закончим. Я не знаю, продолжим, наверное, поиграем еще немного. Вряд ли буду проходить ее до конца, потому что если это как Субнатика, то не люблю я возиться там со всякими ресурсами, кучу всего добыть, чтобы потом что-то, блин, построить. Это бесконечный цикл круговой. Вот, ну посмотрим. Посмотрим еще на игрушку. Еще, я думаю, серия будет. Вот, ну а на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.